Финальная встреча 10-го тура чемпионата высшей школы Крыма по футболу завершилась победой Just for Fun со счетом 3-1. С нами капитан команды «Кристалл», команда, которая сегодня потерпела поражение, к сожалению, Антон Сабинин. Вот. Ну, бывший капитан, да, правильнее будет сказать. Тоже привет. Во-первых, скажи пару слов о том, как ты был капитаном. Ну что сказать, когда я был капитаном, мы играли немножко на другом уровне, это была совершенно другая команда. Как известно, после прихода в команду Ильи Манько, он значит строить значительно другой футбол, другую команду. И вот сейчас ребята играют, я считаю, очень хорошо, однако все-таки пока чего-то не хватает. Ты сегодня за скамейки всю игру посмотрел, расскажи, какие твои ощущения, чего не хватило для победы? Не, ну начали очень хорошо, на самом деле. И вот гол пропущенный, который был во втором тайме, он сломал игру, в принципе. Не знаю, был там гол, не был, но все-таки я считаю, что вот именно это был переломный момент, после которого мы разгрелись. Ну, тебе нравится этап развития «Кристалла», который сейчас команда... Ну, у нас, как говорить, тебе нравится. У нас сейчас 3 поражения подряд, если я не ошибаюсь. Причем 2 поражения в один день, если не ошибаюсь. Причем 2 в один день, но мы не отчаиваемся, мы настраиваемся на мин-машин, и я думаю, вы видите хороший... Как и в прошлом туре, да? Как в прошлом году, да? Вы видите хороший футбол нашим сторонам. Спасибо. Спасибо большое. С нами капитан победившей команды Just for Fun, наконец-то победившей команды. Илья, привет. Во-первых, хотелось бы поздравить с победой и твои первые эмоции сразу после матча, за счет чего удалось ее победить. В первом тайме здорово начали, комбинировали, играли, пытались свою игру привить «Кристаллу». В принципе, у нас это получилось, но первыми пропустили. Ну, честно, первый гол сбодрил, наверное. Если честно, да, мы как-то стали более активны. Вместо того, чтобы расслабиться, мы, наоборот, еще сильнее забились, стали более агрессивны.
поэтому, мне кажется, за счет каких-то... Выиграла именно команда сегодня, я считаю. То есть мы не расслабились, мы после пропущенного гола стали действовать более сильно. Здорово, наверное, после двух матчей безвыигрышной серии наконец-то победили. Да, конечно. И более того, я так понимаю, мы уже вышли в высшую лигу. Ну, математически, да. Так что задачу минимум мы выполнили. Так что вся твоя команда можно поздравить. Да, спасибо большое. Вот. Ну что ж, удачи дальше, фан и успех. Спасибо, спасибо. Игорь, позируй, мы снимаем. Команда Минмашин, Тарас Вербицкий. Тарас, привет. Привет, Тарас. Сегодня уступили вы. Скажи, пожалуйста, довольны игрой своей команды? Ну как я могу быть довольны игрой, если мы уступили? Поэтому... Ну по самоотдаче, по другим параметрам. Нет, ну изначально мы ставили цели, входя по неспортивному признаку в первую лигу, мы ставили цель остаться в ней, поэтому сегодняшнее поражение, ну так, если быть перфекционистами, то да, мы хотели прям выиграть и бороться за третью строчку. Но, увы, сегодня не получилось, пропустили два необязательных гола, хотя Габой мог забить и больше. Удивил Габой сегодня? Габой? Да нет, ну команда крепкая, сильная, поэтому не могу сказать, что удивили. Они играли в свой футбол, и футбол их оказался сильнее нашего. Все, спасибо. Видишь, наконец-то вы видим. Габой, Всеволод Брускин после победы над Минмашин. Сев, привет, расскажи, пожалуйста, вот Минмашин очень добротный футбол показывает, за счет чего сегодня удалось победить? Да, команда очень крепкая, нам было очень тяжело играть. Ребята мощные, борются за мячи, в принципе, умеют играть и внизу. И, в общем, первый тайм был достаточно качельный. Я бы сказал, что не было какого-то подавляющего преимущества ни у нас, ни у них. Были моменты. Дальше нам удалось забить, игра пошла немножко другая, мы стали играть с оглядкой на свои ворота. Я считаю, что по праву взяли 3 очка, но игра была очень сложной. Минмашин доказали, что это соперник серьезный для любой команды. Какой итог по завершению чемпионата будет для вас приемлемым? Ну, сейчас уже понятно, что мы, к сожалению, не сможем претендовать на первые два места, дающие прямую путевку в высшую лигу. Но мы изначально настраивались на попадание в тройку. И сейчас мы будем бороться за третье место. Я считаю, что шансы у нас для этого есть неплохие. А с кем последний игрок играете? Напомни, пожалуйста. Играем с Кавабангой, сделаем все, чтобы взять 3 очка. Ну а дальше уже футбол покажет, удастся нам попасть на третье место или нет. Спасибо всем. Спасибо.
сегодня Лангран одержал победу со счетом 2-1, и мы решили пообщаться с двумя игроками, которые стали творцами этой победы. Это нападающие Лёва Игиев и Николай Соснин. Ребят, привет! Во-первых, с победой. Я-то ладно, я уже. Вот. Расскажите, пожалуйста, чем запомнился этот чемпионат, уже близится к концу. Вот. Чемпионат организации на хорошем уровне. Мне понравилось то, что освещаются все матчи максимально возможно. Пресса работает, Твиттер работает. Сегодня, кстати, не работал. Сегодня не работал, да. Костя упущение. Но Костя сегодня за это отработал, конечно, потому что он зря назвал творцами нас. Первую голевую передачу он сделал, как выйдя на замену. Бродили, результативная, да? Замена, да. Хотел бы поздравить его с первым набранным очком в этом чемпионате. Спасибо, Костя. Да, ребят, спасибо. Это примерно равная игра всех команд. У нас нет. Я не думаю, что есть явный лидер в этом чемпионате. Все команды примерно равны. Кому-то больше везет, кому-то меньше везет. Но в основном уровень примерно один. Ребят, следующий вопрос. Расскажите, что по игре сегодня. Чего удалось сегодня сделать, а в чем у нас не получилось сегодня. Почему такая напряженная концовка была, хотя, в принципе, преимущество было по матчу за нами. Игра напряженная сложилась, потому что Кавабанга весь всю игру с самого начала играл от обороны. Они старались максимально усложнить жизнь нам и стояли, ну, практически все сзади, а впереди атаковали только на контратаку за счет наших каких-то ошибок. Из-за этого у нас были проблемы, мы не могли скрывать оборону, что-то не получалось вроде. 2-3 паса проходило, дальше еще трое игроков Кавабанги, которые нам мешали. Но во втором тайме раскрылись немного, игроки, наверное, подустали. И за счет этого нам удалось забить 2 быстрых мяча. Потом, конечно, сами расслабились, думали, что игра сделана, сейчас еще забьем. Ну и получили. Это еще раз доказывает, что уровень команд, в принципе, в лиге примерно равный. То есть и от всех можно ждать сюрпризы. До конца надо собранными с каждым быть. Следующую игру наверняка с нетерпением ждете с Эрбисом. Да, я думаю, это игра решающая наша, одна из самых важнейших в концовке. Принципиально и за выход. Ну, стараемся выиграть. Все, спасибо, ребят, с победой. Спасибо. Постоял просто. Доджа, с вами было очень приятно играть. Это с капитан Доджа Сангаджигарев, капитан Кавабанги. Пару слов о матче. Что сегодня не удалось? Нам собраться не удалось. Очень плохо собрались. Мало было человек. Да, начали вообще восьмером. Потом подъехал 9-й человек. Ну и, конечно, я подвел команду, привез первый мяч. Очень обидно. Не знаю, но меня, наверное, в раздевалке парни ждут. Вот. Все-таки на турнирной дистанции вам удалось немножко разгрузиться, удалось перезагрузиться и все-таки одержать несколько побед. Сейчас как оценивать свои турнирные перспективы? Чего ждешь от последнего матча? Габоя жду. Габоя ждешь? Габоя и собираюсь. А ты смотрел их игру сегодняшнюю? Нет. Не интересно. Ну, я и сборную не смотрел. Не люблю футбол смотреть. Не любишь футбол смотреть, только играть любишь. Да, только. Кавабангу любишь? Кавабангу люблю. Это самое главное. За черепашечку. Это самое главное. Спасибо. Спасибо.